Ветерану Росгвардии посетили воспитанников Республиканского детского дома в целях военно-патриотического воспитания молодежи. Встреча прошла в дружной позитивной обстановке. Альбина Курочинова-Кенжева продолжит тему. В Республиканском детском доме воспитываются 48 ребят в возрасте от 5 до 18 лет. До пандемийное время к детям приезжали многие. Ребята готовили для гостей концерты и выставки. Представители Росгвардии тут частые гости. Сегодня они посетили детский дом с подарками и решили побеседовать на свежем воздухе. Ветеран Росгвардии Сергей Кузнецов рассказал отрывок из философской сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Закон этикета. Нельзя сразу кидаться друг другу в объятия. Лис говорит, ну так нельзя. Давай вот каждый день мы будем делать по одному шагу навстречу друг другу. Вот шаг, мы делаем шаг навстречу. Еще день, еще. И мы постепенно привыкнем друг к другу и будем друзьями и близкими. И вот они делали каждый день по шагу, пока наконец не подошли друг к другу. И они стали близкими и родными. На примере героев сказки Сергей Кузнецов обратился к старшим воспитанникам, чтобы те берегли младших товарищей и относились друг к другу с любовью и уважением. В Росгвардии есть концепция военно-патриотического воспитания. Поэтому не уделять внимания детям. Здесь дети разных возрастов обратили внимание. И дошкольники, и девятиклассники. Поэтому мы не можем не уделить внимания именно вопросам военно-патриотического воспитания. Ну и детям, оказать внимание детям, это очень важно. Важно. Может быть, на примерах своей жизни, жизни своих товарищей, на примерах положительных, на высокоидейных примерах героев войны Великой Отечественной, героев Афганистана. Ребята были рады визиту росгвардейцев. Теплая беседа их увлекла. Очень им понравилось. Я узнал, что в Росгвардии есть свой байкерский клуб. Я узнал много чего интересного. Понравилось. Особенно рассказ про Лиса и принца. Друг друга уважать и беречь друг друга. Сотрудники детского дома поблагодарили гостей за визит. Хочется выразить благодарность за то, что приехали сегодня, оказали внимание детям в это такое пандемийное время. Что не остаетесь равнодушными. Спасибо, в общем. Совет ветеранов часто посещает подшефные центры. Говорят, помощь никогда не бывает излишней. Часто тоже ездим в дом для престарелых в станицу Кардоникскую. Помогаем малоимущим, одиноким женщинам. Стараемся помогать людям. Есть добрые люди, которые и нам помогают. И вот, ну, посещаем часто вот такие заведения. Как только снимут ограничительные меры, ветераны Росгвардии планируют вернуться и организовать встречу помасштабнее. Говорят, чужих детей не бывает. Это больше нам надо, ведь дети лечат наши души. Альбина Курочинова-Кенжева, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия, Московский.